сейчас приедет уже скоро. Ага. Ага. С Натальей уже все готово. Вспоминаем и говорим за день рождения. Пожалуйста. Привет, Астана. Кого еще там надо на мной видеть? Две поздравить. Поздравить его пришли, да? Здесь есть салфетки, и вот на видео. Сил героически прожить эти 4 года. Ни года, три, ни года, ни дня. Это надо считать по минутам и по секундам. Сколько ей хватило сердца, сердца, любви к людям, чтобы она могла сегодня перед нами быть такая очаровательная и такая... всемогущая, как всегда. Дай Бог тебе здоровья, чтобы всегда ты была с нами и все люди были рядом с тобой. Давай. Дай поцелуй маме. И кому не дают целоваться? И папу. Она выпивает. Слушай, помадь, дай сам дам. Ладно, поживи. Ладно. Агар, гадал, чем сейчас, а? Не надо. Хорошо. Мила, ты что, опоздала? Я уже там в пробке. Сейчас еще Трофимов на полчаса опоздает. Перепутал, где мы поехали. Жена, я хочу, чтобы мы с тобой колбасу. А, уже принесли. Женочка, вот аслы в овсяге, потому что я действительно
Я тебя раньше не знал и прочее. Но когда я знал, когда я понял, что ты за человек, что ты знаешь. Если бы Коля отправил, слушай, ты где? Отправил. Это ваша забота, не ее забота. Женский, дорогая моя, я хочу сказать вот что. Все те, кто собрались здесь рядом с тобой, они любят тебя. Любят и всегда будут тебя любить. И самое главное, что в этот день, собрались здесь. К сожалению, не все. Ученые, военные, да. Все. Больше того, я тебе... А где так... Игорь Наумов? Вот он, я вот он. Вот. Где? Вот, Игорь Наумов. Подойдите сюда. И немцы здесь, Герман Краузе со своей супругой, да. Моника. Я... Атаман. Всероссийского, это Донского, вот, казачьего, Игорь, это, я Иван меня. Алексеевич, да. Кононов. Друзья мои, я здесь хочу вот друзья, сказать, Андрюша, что Саша. Вы знаете что, если бы сегодня можно было бы сделать так и собрать всех друзей Джуны, я вам сейчас слово, наверное, место не будет. Потому что у Джуны очень много друзей. А еще больше, если хотите, так сказать, правильнее, потому что Джуна любит людей, а люди отдают ей добром за эту ее большую любовь. Я уже не говорю о ее замечательных руках, которые возвращала многим жизнь. Не то, что, так сказать, она, ну, будем говорить так вот, вы извините, банальность, да? А не то, что она зарабатывала, нет. Она не зарабатывала, она зарабатывала другое. Она зарабатывала любовь тех, кто может сказать ей доброе, хорошее дело. Джунска Азизи, я хочу только сказать одно, чтобы вот все те сегодня, которые собрались, они собрались ради тебя. Вот даю тебе честное слово, Джунска. Что? Нет. Сначала ради тебя. Сначала ради тебя. Потом, конечно, Вахо. Потому что мы Вахо знали, и знаем, и будем всегда знать его. Но самое главное в нашей жизни, Джуна Азизи, я тебе скажу только одно. Чтобы все люди, которые вот здесь вот присутствуют, которые хотят тебе добро, добро тебе, наверное бы, честно говоря, и все остальные люди, зная, что сегодня 22 число, они тоже, может быть, они не так встречают, как мы сегодня, может быть, по-другому, каждый в своем доме и прочее, но самое главное, они отмечают этот день. И я хочу от имени всех тех, кто рядом, сказать только одно. Джуна, спасибо тебе за то, что ты есть. И моим друзьям, да. И вам спасибо, да. Всем, да. И Нине, и Марику, и Андрюше, и Саше, и Анатолию, и вот Александре, и Андрей, и Александре, Иван Алексеевич Кононов, Герман. Все ребята, вы мне простите, всех не буду называть. И да. Даже Саша, корреспондент, Мила, подруга моя, который и второй сын Паша, который он стал моим сыном. Я его тоже спасала. Понятно, Джуночка. А другого спасти но не могла. Ну ты знаешь, что у меня была затаённая... Автомобильная катастрофа была. И самое главное, мой дядя Женя, Зина, где она? Я от него Герман, ушел. Вильям. Вот сейчас она придет. Нина, придет. Марик, вот здесь все, ну всех перечислили. Джуночка, да. Я хотел Сережа. Бы закончить только одной маленькой фразой. Эгоистичная. И вам спасибо. Нет, подожди, здесь. Самое главное. Я хочу от имени всех присутствующих тебя поцеловать. А они поцелуют сам каждый свой. Между собой. Олег Васильевич. А кто знает, кто у нас на работе был? А, Дима. Дима, его нету. Да. Я хочу сказать, что сегодня я работаю... Олег Васильевич, это век тебе я делаю. Когда книгу мы писали, «Элементы живого космоса», она скоро выйдет. Прошу вас, пожалуйста, с кем мы работали. Поближе. У Петровского и АТФ отдельная сетка крыса. Так вот, сегодня деление стволовых клеток. С понедельника начинаются научные мои эксперименты деления. Понятно вам? Да. Она воином была, а вы, мужики, лежали и вас поздравляют. В глаза твои смотрят, упор беспощадно сирийцев. Ты опускаешь копье. Вы отступаете в тоске и испуге.
Три смертоносных стрелы пронзили прах ваш далекий. Ветви веков распылили его по равнинам. Но умирая, не умирает оливица. Даже в камне, в пещере ползет, где живут ее дети. Я делаю то, что Семирамида не сделала, и Ашурпа не пал. Чтоб вы знали. Его уже сделали. Я все делаю. А теперь земля и небо соединится вот через 2-3 недели. Через месяц, пусть через 2 месяца вы услышите бум. Давайте за это вот все то, что ты сейчас сказала, да? Это самое главное. Самое главное в одном, что ведь ассирийцы были великие воины и прочие, 5-10. Но никогда ассирийцы... Семирамида и царица Савская во мне, и богиня Бау, они трижды родились. И я то, что скажу церкви, и то, что скажу народу, я не боюсь никого, потому что я тот воин, который родилась для того, чтобы вам сделать резерв. А сама исчезну, в голубку превращусь. Скажу гудбай, до свидания. Жонечка, иди, послушай. Подожди, ну куда же, куда он уходит? Но самое главное, Жонечка, вот во всем мире говорят так, если бы ассирийцы ничего не сделали, а только сделали бы вот это изваяние, вот этой умирающей львицы, это было бы достаточно, чтобы этот народ... Ну не умирающий, Джона. Понимаешь? Однажды в предчувствии беды я прижалась к каменному телу сфинкса и вдруг почувствовала, что под покровом камня ассирийцы делали. Живое сердце билось. Кем был тот человек? Что он хотел сказать? Что люди, птицы, звери все едины пред мудрой матерью природы. И стоит кому-нибудь воцарить, все станет прахом, пылью. Не знаю, моя Ассирия. Да гений вообще. На самом деле, у нас гений здесь есть в нашем народе хоть один. Хоть единственный женщина гений. Среди этого народа. Не гений, а воин. Вот так. Теория. А попробуй, чтобы он не пришел. Да. Как мы перед железной дивизией президентской армии метание железного кулака в день. Дали прикурить всем. Есть у нас амазонка настоящая. Русская ниндзя, да? Среди всех. Среди ассирийца не было. Ну, там да, не будет. Я самый первый был здесь, потом что остался. Историю вот буду перегонять на диске. Куда? Вот это вот то, что для меня все было, да? Мы сейчас не приехал. Сколько с тобой, да? Но она меня уже долго обморожила. Давай, наконец, дала. Да не бойся, ты же полковник. Одного полковника я взяла вот так, скрутила, кости сломала. Сашка, он до сих пор не проходит. Чего надо? Старый Арбата, помнишь? Одного мусорка там в залоге держали 2 часа, да. Помнишь? Когда приехал, там я говорю, там ёбался. Алло. Да. Киснет. Я тебя люблю и целую, Володя. Давай, Шкамина. Сейчас выпьем просто. Ладно, Володя. День рождения. Он полковник, репутат самого ранга. С отрывом почему? Я думал, без отрыва. Или нет? Где твоя тарелочка? Смотрите. Молодец, Женя. Так вот. Ничего не стоит. Ясно, что крутые бывают тут нички в кладочке. А вы еще только звезды. Твои. Да. Ага, я вас всех родила. Спасибо тебе, дорогая. Да, подруга моя, подруга дней моих суровых.